Ольга Кузьменкова – водитель с 10-летним стажем. Несмотря на опыт, девушка все же нарушает правила дорожного движения. Чаще всего скоростной режим и проезжает за стоп-линию, после чего получает уведомление о штрафе. Уклоняться от оплаты оренбурженка и не думает. Ко мне письма приходят, ну, не сказать, чтобы вовремя, где-то через месяц, может быть, 25 дней там с момента вообще штрафа, с момента видеофиксации. Вот, и могу их находить не, даже не в самом почтовом ящике, они бывают где-то валяются или на почтовых ящиках. То есть, может быть, то, что я не сразу нахожу письмо. А до некоторых оренбуржцев письма и вовсе не доходят. Они узнают о штрафах лишь месяцы спустя. Из-за этого им приходится выплачивать полную сумму взыскания. Хотя, согласно законодательству, нарушитель может оплатить лишь половину штрафа, но только не позднее 20 дней со дня вынесения постановления центром видеофиксации. Со слов специалистов Главного управления дорожного хозяйства области, доставка этих уведомлений занимается компания, которая выигрывает конкурсные торги. С 1 октября нарушители оповещают оренбургский филиал Почты России. Мы обратились за комментарием в учреждение. Его специалисты утверждают, письма вручаются адресатам максимум в течение 2 дней. Доставка оповещения о штрафе почтальонами производится по правилам вручения заказного письма, строго под роспись получателя и с предъявлением документа, удостоверяющего личность. Если там в течение 5 дней соответственно, гражданин это письмо не получает, оно остается, то есть ему в ящике почтовом оставляется извещение, которое ему предлагает обратиться в организацию почтовой связи, в котором письмо находится на хранении до 1 месяца. Если гражданин не обращается, это письмо, соответственно, автоматически возвращается отправителю, то есть центру автоматической фото-видеофиксации, которая учитывается в их базе данных, после чего начинается работа с этим гражданином службы судебных приставов. Если автолюбитель не оплатит взыскание, его ждет административное наказание в 2-кратном размере суммы неуплаченного ранее штрафа, либо обязательные работы сроком до 50 часов. Сегодня на особом контроле судебных приставов около 30% водителей, которые неохотно выплачивают взыскание. Их количество постоянно растет. Всего же за этот год видеокамеры зафиксировали свыше 300 тысяч нарушений правил дорожного движения. Подробнее об этой проблеме мы расскажем в это воскресенье в программе «Итоги недели» в 10 утра. Диляра Абусева, Владислав Горбунов. Новости дня.